Впервые премьер-министр Молдовы участвует в совещании глав правительств стран Евразийского экономического союза, которое проходит в Казахстане. Ион Кику провел встречи со своими коллегами, с которыми обсудил вопросы двустороннего сотрудничества, развития диалога на уровне правительства и привлечения инвестиций в нашу страну. В ходе официального визита в Казахстан Ион Кику встретился со своим коллегой Аскаром Маминым. Главы правительства обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и стимулирования деятельности межправительственной комиссии для выявления взаимовыгодных проектов. Аскар Мамин заявил, что казахстанские бизнесмены ищут новые регионы для инвестиций, и Молдова должна стать одной из их целей. Еще одну официальную встречу глава исполнительной власти провел со своим белорусским коллегой Сергеем Румасом. Кику проинформировал собеседника о возможностях, предлагаемых свободными экономическими зонами в нашей стране, и пригласил белорусских предпринимателей инвестировать в них и получить взамен доступ к рынку Евросоюза. Мы с вами встречаемся везде. Частота нашей встречи будет отражать и повышение контактов и действительно практического внедрения наших договоренностей. В свою очередь, Сергей Румас отметил, что молдо-белорусские отношения находятся на достаточно высоком уровне и продолжают развиваться. Чиновник заявил, что ему известно о намерении молдавского правительства инвестировать в инфраструктуру и что призовет белорусские компании участвовать в конкурсах. Что касается наших двусторонних отношений, у нас все развивается хорошо, и растет товарооборот, и наша переписка говорит о том, что мы можем выйти на уже более важные решения. Официальные лица также рассмотрели темы, представляющие общий интерес, такие как покупка автобусов и троллейбусов и продвижение экспорта молдавской продукции на белорусский рынок. Наша страна имеет статус наблюдателя в рамках Евразиатского экономического союза с 2018 года.